Давай, давай. Давай. Нет, еще. Хорошо. А, ну оторвано. Оторвано, еще. Еще. Мы же с той стороны потянем. Давай, ты побалакай по телефону. Да не надо мне по телефону балакать. Да вот, уже пошло, смотри. Давай, ты побалакай. Стой. Оп, хорош. Хорош. Почти так и было. Да. Нет, чуть-чуть. Еще чуть-чуть? Да, ты бачишь. Да, ну тут такое да и должно быть. Да? Да, вот тут, наверное, перегиб должен быть. А ну еще, Никит. Не-не-не, еще, эту трубу еще немножечко надо. Не надо. Да немного, он сейчас обратно. Давай. Оп, все. Че? Да, блин. Отлично. Тут чуть-чуть оно поедет. Тут засверлим с поттером, вытянем. Сейчас я же есть поттер. Смотрим, я тебе расскажу. Слышишь? Что мы делаем? Что мы тут делаем? Это просто дикижих лыжа. Это Василича Попила. Съездил за сигаретками. И за хлебушком. За хлебушком. Ты посмотри. Отказали тормоза, тормозил Никифа с помощью магазина. Тормозил входом. Это багажник для хлебушка, для сигарет. Это контрабандистский велосипед. Запихиваем. Для закладок. Едем. Через границу. Велосипед для закладок. Володя, сейчас не могу разговаривать. Привет. Ебанешь головой этот. Что? Ого, я здесь кучек легенький. Так, теперь ставьте в него. Репортер в шрайбе подкрепать. Василий.
Быстро, дорого. А главное, качественно. Ой, Василич, Василич. Теперь у тебя есть на чем ездить по папиросы, по Мальборо в этот, в магаз. Спасибо. Теперь Сергею Васильевичу есть на чем ездить по Мальборо в магазин, в ближайший. Мальборо тут. Да. Конец.